Всем привет, с вами канал Enjoy PTV, и мы продолжаем Wolf Among Us. Wolf, как это там было? Рядом с нами или что-то в этом роде? Изнутри нас? Нет, Among, вокруг нас. Ну, в общем, не суть. Также хочу повторить, если вам нет 18, вам не стоит смотреть эту игру, потому что она жестокая, здесь есть нецензурная лексика, хоть я пытаюсь её... скрывать, но тем не менее, кто знает, может, я не буду скрывать, мне же не всегда так прикол хочется и тоже эмоции полностью выразить, так что посмотрим. Также здесь будут сцены, которые вам лучше не смотреть, так что вам, если это 18, валите нафиг с этого видео. Всем остальным хорошего просмотра. Тут валяется. Охранник вообще бесполезен. Ну. Это ж та девка. Нет. Господи, что случилось? Ты знал эту девушку? Она из простаков, верно? Не из простаков. Кто она? Я думала, что знаю каждого в Фейблтауне. Она была проституткой. Серьезно? Я так и не узнал ее настоящее имя. Да уж. Прям нужно было нам это имя, да, узнавать. Что-то во рту торчит. Дровосек, он напал на нее, я заступился, тогда он попытался убить нас обоих. Нет, ты не думаешь, что он... Я пока еще ничего не думаю, погоди секунду. Это просто ужасно. Итак, расскажи мне, как это произошло в деталях. Хотела бы рассказать больше. Я покинула администрацию, пошла мимо охранника. К счастью, он спал. Гримбл? Да, потом я открыла дверь и нашла ее такой. Я пошла сразу к тебе. И это все? Это все. Извини. Бигби, неужели один из нас сделал это? В Фейблтауне не было убийств довольно долгое время. Все больше причин, чтобы не паниковать, пока мы не разберемся в происходящем. Ага. Осмотрись, у нас не так много времени до того, как люди начнут сходиться здесь. Блин, надо паузу нажимать, а то не успеваю читать. Да барбер меня вообще на нее, че ты так переживаешь? Странный порез. Чем ее так? Что может сделать такое? Что может сделать такое? Чем-то очень острым или чем-то зачарованным. Она была оставлена здесь с определенной целью. Что ты имеешь в виду? Как видишь, ее не просто так кто-то выбросил. Она была положена сюда намеренно, чтобы мы нашли. Что за монстр мог это сделать? Что за... Да бери ты это. Ленточка. Это ее ленточка. И кольцо. На кольце какой-то символ. Я не узнаю его. Я тоже. Кровавые следы, думаю, нам туда. Да пусть лежит, забей на нее. Извини, просто я не могу поверить в происходящее. Да без разницы. Ну что, что будешь делать дальше? Next?
У нас еще есть немного времени, я должен осмотреться. Там же не зря кровь? Ладно, неплохая идея. Тут кровь капала, я же знаю, что тут. Ну-ка, что это? Кровавый след. Вот такая... Кровь, пятна крови. Думаю, она здесь... Час, возможно. Ага, давно ее выкинули. Ткань, похоже, джинсовая. Не о многом говорит. Мусор. Просто не нужен мусор. И чё полезно? Ага, ещё кровь. Кровь ещё свежая. И они острые. Чё, всё? Типа больше ничего. Ну, посмотрю на него, чё изменится. Понятно, что тут спал, ничего нету. Ну что? Чё-то снежка, ткань. А, давайте. Что ты делаешь? Тщательность не помешает. Конечно, просто поторопись, у нас мало времени. Не успел прочитать, господи, что это было? Надеюсь, тщательность. Мы должны унести ее, пока кто-нибудь нас не заметил. Разузнаем больше в администрации, у ней должны быть записи в книгах, я уверена. Бигби, у тебя есть представление о том, что здесь произошло? Это послание. Послание для... Даже не знаю, Бигби, я все время получаю жалобы на администрацию, но... В общем, здесь заставило тебя... Что за... В общем, что заставило тебя здесь так думать? Тот, кто это сделал, точно не скрывал этого. Местоположение головы, точно это умышленно. Она была оставлена здесь специально, чтобы мы нашли ее. Все мы. Ну да, это очень логично. Ну да, пожалуй, ты прав. Чего же Снежка согласилась с вашей теорией? А, убийца хотел, чтобы мы узнали о том, что он сделал. Нет, это не дровосек, что был. Ага. Я должна сказать об этом Крейну. Король Коун уехал, и пока что он исполняет обязанности мэра, он должен знать. В любом случае, он узнает об этом, так что нет смысла скрывать. Дай меня не касать. Думаю, нет смысла тянуть с этим. Я тоже так думаю, уверен, он не обрадуется, но это часть процедуры. Надеюсь, в данном случае он сможет мыслить здраво. Я бы не надеялся на это. И я не надеюсь. Я просто не хочу, чтобы он вмешивался. Наверное, было прочитать сначала комикс, чтобы знать, что происходит. Крейн сейчас не так важен. Нам надо узнать, кто это делает. Так что мы сможем выйти на того, кто это сделает. Отнеси голову доктору Синее Сердце, он посмотрит ее. Встретимся в администрации. Что за синее сердце еще? Ровный отрез. Да. Тоже это. А, дайте подумать. Блин, мне нет идей, кто это может быть. Я ее видел мельком, блин, но я не помню. Я думаю, что посмотрел пару серий, увидел пару моментов, подумал, что такое смотреть нельзя мне сейчас, и посмотрю потом. Да. Что-то за гаврики какие-то. What, are you blind? Ты что, слепой? Why, you don't see, не видишь тут очередь? Не видишь тут очередь? Я торчу здесь уже полчаса. А ты смотришь, что взять и войти? Must be nice being the sheriff. Хорошо быть шерифом, делай что хочешь, и нихуя не будет. Do whatever the fuck you like. I don't have time for this. У меня нет на это времени. Ага, как и у всех остальных. Да пошел ты. Fucker. Ой, ебак.
А теперь вы говорите мне, что убийца свободно разгуливает по улицам. Вы двое решили действовать за моей спиной. Потому что вы единственный, кто приносит мне такие вести, миссис Снежка. Единственный, кто просто так наткнулась на эту катастрофу прямо у нашего порога. Паника последняя. Что мне нужно, пока мэр Колд в отъезде? Вы меня поняли? Да, док, конечно. Не перебивай меня, мисс Снежка. Но вы же задали мне вопрос. Не удивляйтесь, мисс Снежка, вы виноваты в этой ситуации. Я известила вас как и следовало. Тебе же доверено держать здесь все в полном порядке. Это катастрофа. Никто не виноват. Может, вместо того, чтобы искать виноватых, лучше выясним, как поймать уёбка, который это совершил? Да, вы так это понимаете? Вы, шериф, несете ответственность за жителей Фэйблтауна, и ваш провал стоит кому-то жизни и сохранности всего сообщества. Скажите мне, что вы не сидели сложа руки, если какая-нибудь зацепка? Есть какие-нибудь зацепки, подозреваемые? Все что угодно, хоть что-нибудь. Малейшее объяснение ваших чертовых действий. Да, ее сутенер. Ее она была? Да, у нее были проблемы с деньгами. Просто прекрасно. Мало того, что убили с Казани, так она еще и была проституткой. Чуть тебе не нравится? Вы должны разобраться с этой ситуацией быстро и по-тихому. Нельзя допустить, чтобы жители Фейблтауна узнали об убийце. Снежка? Да, сэр? Сейчас же позвоните Вивиан и предупредите, что на массаж я приду пораньше. Сделаю. Где бутылка вина, которую ты должна была купить? Забудь, ничего не можешь сделать правильно. Чё ты неадекватно себя так ведёшь, а? А вы, шериф, делайте свою работу. Или мы найдем вам замену. Знаешь что? Не надо. Мы сейчас займемся этим, сэр. То есть мы сейчас займемся этим, сэр. Да, так лучше. Ты бы только разозлил его еще больше. Ладно. Все могло пройти и лучше. Думаю, нам следовало повременить с этим. Че бы нам это ни стоило, но если бы мы ему не сказали, то было бы хуже. Ага, возможно. Ты же сама хотела, господи, что ты начинаешь? Эй, Крейн не любит, когда курят в его... Да мне наплевать, как ты видишь. Неважно. Кури на здоровье. Спасибо, блин, кури на здоровье. Блин, это какое-то издевательство. Ладно. Вино на массаж? Может, подарок сделал... Самая странная часть — это то, что он может быть хоть с кем-то вежливый. Я точно знаю, что купила эту чертову бутылку. А ты еще кто? Он понажал? Да, наконец-то. Бутылка. Ах ты, обезьяна-алкаш. Какой-то Бекфин. Здравствуйте, мисс Снежка. Пьешь в такую рань? Где ты ее взял? Она была на столе мистера Икабода. И ты не подумал, что она принадлежит ему? Возможно. Че тут все бухают? Что за сказка, господи? Как у вас дела, мистер Бигби? Неплохо, Бафкин. Спасибо за вопрос. Хе-хе, какой довольный. Бафкин, тащи книги. Какие книги? Те, в которых расписаны все сказания. А поконкретнее? Принеси первые три. Вернусь через пару минут.
Все сказания, да ты сдохни. Он понял, о чем я? Здесь должна быть информация о ней где-нибудь. И мы наконец узнаем ее настоящее имя из книг, которые сейчас ищет Бафкин. А пока осмотрись, может зеркало сможет помочь. Мне нужно срочно уладить дело со встречей, но дай мне знать, если тебе удастся что-нибудь понадобится. О, Джин. Какое зеркало? Давай потрем его. Чик-чик-чик-чик. Попытка, не пытка. А ну вылази. Я... Ах ты ж гад ленивый. А. Ну они дают дальше тереть. Сколько можно тереть, интересно? Волшебная лампа, теперь просто лампа после освобождения Джина. Ва, блин. А чё вы его освободили? Работал бы на нас. Сейчас бы узнать, сказали, убей убийцу и всё. Эй, зеркало, у меня вопрос. Ты знаешь правила. У меня нет времени на эту херень. Не будь так жесток, наберись терпения. В своем обращении не хватает уважения. Свет мой зеркальце, скажи, где сказание доложи. Господи. Ну вот видишь, неужели это было так сложно? Ага, еще одно слово не по делу, я проделаю тебе дыру. Нет нужды, ладно. О каком сказании ты хочешь узнать? Я не знаю ее имени, пока что. Ну, пока имя не получишь, ничем помочь я не могу. Ну давай. Покажи мне дровосека. Где он? Ты видишь полную картину. Дровосек шатается по миру. Да ладно, где именно? Извини, Бигби, я вижу то, что видел ты. Покажи мне Белоснежку. Прикольно работает. Странная просьба, она ведь в этой же комнате. Да мне по приколу тебя напрягать. Покажи мне Бафкина. Эй, брось бутылку и принимайся за работу. Еще. Ладно, пока выйдет. Сейчас никого. Хорошо, возвращайся, если захочешь спросить о ком-нибудь или о чем-нибудь еще. Да. Так, он нашел три книги. И задымился. Что ж, я уверена, что мы во всем разберемся. Хорошо, спасибо. Ага, сказание. Стар ты стал, Бафкин. Надо еще Фэбл поиграть. Только не хотелось бы играть без второй части. Но вторая на Соньку. Посмотрим, может смогу замутить какую-нибудь фигню с эмулятором или что-то в этом роде. Ну-ка. Древо мира. Ну-ка, давайте сначала начнем. Так. Эскалибур, ну-ка, чё-то. Зашибись. Что не так? Я ни хрена не понимаю. Могу помочь. А, спасибо. Мы заботимся друг о друге. Не перестарайся. Что это значит? Это значит герб дома принца лягушки. Не совсем то, что я... Не совсем то, что я ищу. А тут что сказано? Здесь сказано Бриклбит на староэльфийском. И что за Бриклбит? Волшебное слово. Что оно делает? Превращает
говна животов золото. Надо запомнить. Выглядит знакомо. Ага, такой же на топоре дровосека. Благословение друидов. Кто-то благословил эту штуку. Я только перевожу. Ладно, это не то, что нам нужно. Бахфин, переведи. Изысканный дизайн из качественного фарфора с усадьбы жабы. Мистер Жаб? Наверняка он сам вписал это в книгу. Опа, вот то, что мы ищем. Вот оно. Откуда эти символы? Какая семья? Или из каких историй? Странно какое-то. Фамилия Аллир Лай Рау. Пойду искать. Аллирау? Что с немецкого? Помеху каждого вида. Ослиная шкура? Да, что там сказано? Ослиная шкура также известна как ослина, нынче известная как вера, как поэтично. Бафкин, давай без комментариев. Сказ об ослиной шкуре жил да был великий король с прекрасной королевой. Однажды король серьезно заболел и взяла с мужа обещание, что он... А, королева заболел. Женится только на самой красивой девушке во всем королевстве. После долгих поисков стало понятно, что единственной женщиной, равной по красоте королевы, была его дочь, Вера. У нее был волшебный плащ, сделанный из шкур самого лучшего осла, принадлежащего его отцу. Он прятал ее красоту, и благодаря ему она сбежала из королевства. В конце концов, она вышла замуж за принца, который мог видеть ее настоящую красоту через заколдованный плащ. И жили они долго и счастливо. Что-то он как-то грустно это прочитал. Мне поставить печать, мисс Снежка? Да, пожалуйста. Что за печать-то? Decided? Decided? Что ли, она умерла, что ли, чуть? Как ее зовут? Как зовут ее мужа? Лоренс. Лоренс. Принц Лоренс. Мы нашли, что искали. Ага. Ее зовут Вера, она замужем за принца Лоренсом. Это больше, чем бы... Ее звали Вера. Ага. Нам следует поговорить с ее мужем. Думаешь, он это сделал? Нет, не думаю. Но нам нужно рассказать ему про его жену. Капец, мимика меняется. А ты, кстати, ничего такая красивая в целом. Любая информация о сказаниях из нашего сообщества находится в этих книгах. Нам уже известно ее имя, но ты можешь посмотреть, если хочешь. Это Биг-Биг... Фига себе, гномики ей страшны. Красная шапочка, красавица и чудовище. А, это ее. Ладно. Очень давно. А, вот она это. То есть он полюбил ее. Жаб-барсук. Икабал Крейн напуган до усрачки. Что там? Что там? Твой босс в лучший момент своей жизни. Не могу понять, как он стал руководить этим местом. Может, сейчас просто другие времена? Да через постель, сто пудов. Ладно, здесь нам делать нечего. Такс. Зеркало мне нужно узнать, где находится. Мир, бла-бла-бла, скажи, бла-бла-бла, доложи.
О каком сказании ты хочешь узнать? Покажи мне веру. Где сейчас она? Мощной магией скрыта, но в угоду те мои уста закрыты. Не в угоду те мои уста закрыты. Что? Уста закрыты. Не мое не мне решать, что говорить. Должно всегда так просто быть. Ага. Он вроде бы принц. Покажи мне принца Лоренса. А по окровавленным. Чем это он занимался? Где это? Где что? Ты знаешь, где может жить принц Лоренс? Если он принц, то он наверняка в Южном Бронксе. Желтое здание, красные ставни. Красные рамы. Ага, именно так. Я могу доставить нас туда. Отец Веры. Покажи мне отца Веры, старого короля. Понятно. Думаю, это убирает его из списка подозреваемых. Логично. Ладно, нужно ехать к чуваку. Сейчас никого. Что-нибудь полезное? Ага. Пока что информации хватит. Пойдем, отправляемся к принцу. Прости, должна ответить. Алло, администрация Вудле... Да, я. Он здесь, минутку. Бигби, это тебя. Бигби, это я, жаб. Ты тут? Что тебе нужно? Бигби, черт, слушай внимательно. Здесь кто-то наверху копается в вещах дровосека. Давай сюда, Бигби. До того, как... Погоди. Повиси пока. Ай, блядь, эй! Что случилось? Трудно сказать, но у жабы происходит что-то неладное. А что насчет мужа Веры? Я не знаю, не могу сказать точно, но он может быть в деле. В любом случае нам нужно к нему, чтобы обыскать квартиру Веры. Жаб может подождать. Как только будешь готов. Я готов? Ну, не знаю, может, она была жаба сначала помочь, вдруг сейчас еще и отчикришь голову. Вообще, друзья шикарные просто мы. Загрузочка. Да, загрузка проседает почему-то. Блин, не знаю, что делать. Может, только если не обрабатывать видео, но тогда неинтересно. Тогда теряется весь смысл. Я же обрабатываю не просто так. Жаб сказал, кто там был? Может, это был дровосек? Не знаю, возможно. Кто бы там ни был, не похоже, что жаб был ему рад. Ладно, возможно, принц Лоуренс подождет. Ты не видела его? Он тоже может нуждаться в помощи. Ладно, куда направиться в первую очередь? Да блин, там нож лежит. А там явно какая-то... Можем сейчас прям поймать его. Ладно, пойдем к квартире жабы. Жабу, кажется, нужна помощь прямо сейчас. Мы можем сходить к принцу Лоренсу позже. Хорошо, все равно. Кто-то не хочет бежать и сообщать ему такую новость. Но там кровавый нож, это либо он пилит, либо совершил самоубийство. Так что, без разницы, в принципе. Я не думаю, что принц Лоуренс далеко убежит, а вот то, что там прям копаются в квартире дровосека, где дровосек избивал эту проститутку, которая должен был деньги, которая его не узнала. Получается, что... смогли прийти и заметать следы, или еще что-нибудь. Поэтому сейчас мы придем... И все разрулим, все узнаем, всех поймаем, если не поздно. Правда, там тот говорит, прям копается, а мы идем пешочком, прям таким прогулочным шагом. Квартира дровосека. Рано утром.
Закончилось все тем, что мы выпали из окна, и я приземлился на машину, жаба. Да уж, ну и поговорили вы тут. Да, при дневном свете выглядит еще хуже. Нифига себе, мы там выбили. Там кто-то есть? Ага. Жди здесь. Это уже свалили, походу, да? Shit. Черт. Прости! Все, хватит, прекращай! Надо бы это починить. Это мы Ракена расфигачили. Даже от Колина нет, не так много грязи. Ладно. Интересно. Это его сын? Жаб дома, да. Будь повежливее, ладно? Сама вежливость. Блин, его выбью сейчас с ноги. Бигби, мисс Снежка, надеюсь, вы весь этот путь проделали не потому, что я попросил. Нет, поэтому. Прости, Бигби, неловко призваться, но мне казалось, что кто-то шастает в квартире дровосека. Но никого там не оказалось, я проверил, просто из трубы капало. Воображение должно быть разыгралось. So, you know. Да, тогда ложная тревога. Там действительно кто-то был. Он смылся, едва мы сюда зашли. Что, правда? Значит, его папа уши еще прослужат год или два, пока еще не совсем оглох, а? Что здесь творится, жаб, а? Ты в порядке? Он в порядке, мисс Снежка. Просто ударился ногой. Рожден, что плавать, а не ходить. Весь в отца. Хочешь? Так что, думаю, вам можно идти. Тут больше нечего делать. Да мне жаль, что вы приехали сюда зря. Потому что кто-то был наверху, и что-то здесь не так. Я, чтобы хоть как-то оправдать наше потраченное время, я осмотрюсь немножко, прежде чем уйти. Ладно. Чем больше ты болтаешь, тем больше времени это займет, так что заткнись и вставай там. Ладно, ладно, я просто не хочу тратить ваше время, только и всего. Присаживайтесь, наливайте чай, чувствуйте себя как дома. Скрываешь что-то, упырь. Он... Ох уж эти взрослые, правда? Эй, слушай, Мухолов сказал, у тебя есть здоровая коллекция насекомых. Мне бы очень хотелось на нее посмотреть. Она у тебя в комнате? У меня там есть долгоносик. Секунду. Так, у нас уже есть 30 минут. Надо доснимать, наверное... А, жабу и Лоренс посмотрим. Классно! Я сейчас разберусь, Снежка, не переживай. Только не натопчите мне тут, пока ищете непонятно что. Да, конечно.
У тебя дверь сломана. Чё? Дверь сломана, как будто бы сюда хотели проникнуть силой. Боже мой. Чёртова дверь, уже пара недель как сломанная, дружище. Вся прогнила, этот дом из меня всю кровь выпьет. Чё ты мне врёшь, жаб? Еще и лампа разбита. Черт, наверное, эта дрянь свалилась со стола. Вот так. Лампа взялась, свалилась. Знаешь, эта квартира все равно, что гнездо термитов. Тут все настолько дрянное, что я удивляюсь, как до сих пор не развалилось. Все. Эх, жаб, жаб. Фига себе. У тебя кровь не... Что? Кровь еще свежая. А, ну я повел руку, бегал тут как баба с колби. Вот и заляпал все кровью. Лампа в дребезги, крови на стене. Ужас, не знаю. Больно, наверное. Только не надо меня жалеть. Раны быстро затягивают, сам знаешь. Неплохо все-таки быть сказанием. И жабы. Эй, жаба, жаба. Здесь тоже кровь. На кочерге? Да, что случилось? Да, точно, вот как все было. Я мешал ей угли, а потом она у меня в руке дрогнула, и кочерга напрочь рассекла ногу. Болит просто адски, зараза. Если хочешь что-то сказать, говори. Ага. Погоди-ка, ты порезал ногу, до этого ты говорил, что руку. Да нет, я порезал руку. Сначала порезал руку, из-за этого уронил кочергу и поранил ногу. Во врет, а? Неудачно стечение обстоятельств. Вот и все. Ну-ка, жаб, иди сюда. О боже, только не надо стучать, сгущать краски. Ничего тут. Года, Чирип, я все уже рассказал. Почему ты мне не веришь? Всякое случается, знаешь ли. Мне кажется, ты что-то скрываешь. Что скрываю? Возможно. Но, честно сказать, я пока не уверен. Но мне кажется, что где-то ты мне соврал. Не знаю, если ты будешь стоять на своем, тебе же будет хуже. Я не вру, честно. Посмотрим. Да врет он, как пить дать. Ага. Через окно залезли. Что там? Если снова кровь, я уже говорил, что порезался и... Нет, на подоконнике какие-то следы. Что на это скажешь? Все очень просто. Действительно. Ночью, когда я выжил, я был сам не свой от волнения. Ты понимаешь, я даже забыл взять ключи. И мне пришлось залезть через окно. Врёшь же! Да неужели? Чуть до смерти ребенка не напугал. Ну ты же скажешь, что у тебя дверь сломанная. Ты уже слышал, новый альбом Shaking? Чёрт побери, Бигби, какую зловещую улику ты нашел на этот раз? Я не закрыл кран, не отсортировал мусор, к чему ты вообще клонишь, а?
Тебе не нужны были ключи, раз дверь сломана. Зачем тогда лезть через окно? Зачем ты полез через окно? Сам же сказал, что дверь уже давно сломана. Не умеешь ты врать, Джаб. Чтобы зайти, ключ не понадобился бы. Да черт! К чему ты вообще, а? После того, что случилось, я был не в себе. Вот и все, я забыл, что дверь сломана. И знаешь что, это грубо тыкать меня носом направо и налево. Завязывай уже с этим допросом. Сколько раз тебе еще на лжи надо поймать? Здесь тоже какой-то след. В смысле? Тут какой-то отпечаток на пыли. Наверное, от какой-нибудь игрушки младшего, кто знает. Врёшь же ты мне. Лампа. Да. Лампа раньше стояла здесь, верно? Просто скажи правду. Ничего здесь не было, ничего. И вообще, с чего ты взял, что лампа стояла там, в конце концов? Это мой дом. Ты думаешь, я не знаю, где что стоит? Потому что лампа всегда стояла там, Жаб, она стояла там. А теперь она там. Она стояла там, на столе, ставила на нем на пыль, на пыль след. Я просто сделал перестановку, что с того? Черт, дружище, хватит уже. Бигби, умоляю, хватит. Жалься надо мной, старина. Я спокойно хотел провести день вместе с сыном, а я трачу время, стоя здесь, пока ты разнюхиваешь тут кругом. Я извиняюсь за то, что позвонил, правда, но пожалуйста, пожалуйста, просто уходи. Нет. Нет? Ты говоришь мне прямо в лицо, что якобы я что-то скрываю? Слишком долго ты тут рыщешь. Ничего тут искать. Так, когда? Когда ты наконец уйдешь? Черт, чувствую себя как на допросе. И это все в собственном доме. Это просто возмутительно. И? Продолжить, а где кнопочки? А, твою ж душу, сейчас я. Да, в общем, у даже в этой игре еще осталась проблема с тем, что исчезает указатель. Там я перезашел, появился вариант угрожать или сказать ему, что Жаб солгал, но я что-то долго протупил, и походу меня он сам начал угрожать. Слишком уж обстановка накаливается, согласен? Давай успокоимся. Моя чаша терпения, Жаб, переполнена. Переполнилась минут 10 назад. А теперь давай, ай! Говори, что произошло. Пап! Ты, Джей, боится большого и страшного волка, правильно? Бигби, это что, действительно было необходимо? Так он врет. Такая у меня работа, Снежка. Может, тебе это не нравится, но работа есть работа. Да. Папа! О, боже. Сними шляпу. Не успела зажить, а? Бигби, это же... Это не он. Это был дуболом из близнецов. Тру-ля-ля и тра-ля-ля. Люди, поди разбери, кто из них кто. Он ворвался сюда, кричал о какой-то вещи, которая есть у дровосека, или он только думал, что есть, не знаю. Он перевернул весь дом, все вверх дном, избил меня, когда я сказал, что у меня ничего нет. Я пытался сбежать через окно, но он затащил меня обратно. Тяжелое выдалось утро. Ты знаешь, куда он ушел? Нет, он не поделился своими планами на вечер, пока избивал меня. Уж извини. Извиню.
Я бы все рассказал, я хотел, правда, хотел. Но он сказал, что если узнают, что я проболтался тебе или мисс Снежке, они вернутся и убьют моего сына. Ну, от гады. Я даже пытался отдать этому ублюдку ее накидку. Не взял. Чью накидку? Девушки. Папа иногда одалживает вещи у жильцов. Иногда. Одалживает? Одалживает. Я ничего не краду. Может, ты и удивишься, кто знает. Я просто собираю то, что здесь бросили. Что ж, мы забрали накидку, если у нее есть родные или близкие. Ладно, принеси им накидку. Как-то неплохо вышло. Осел! Но на улице я бы в таком не вышел. Ну да. Подожди. Это конверт. Ну конечно, не удивляюсь, если отдал вам квартиру, ведущую к сокровищам. Ну конечно, не удивлюсь, если отдал вам карту, ведущую к сокровищам. Адресовано принцу Лоренсу. Что будем с этим делать? Отнесем ему. Не очень-то хорошо читать чужие письма. Отдадим ему. Хорошо? Какой полной неожиданности был этот день, не правда ли? Я бы проводил вас, но боюсь, залью кровью квартиру. Че такой недовольный, сказал бы сразу. Было приятно пообщаться с тобой, Ти Джей. Спасибо, до встречи. Да заживет, ты же сказание. Что? Насешь потряс его. Скажу честно, Бигби, не знаю, что и думать о том, что сейчас произошло. Мы получили то, зачем пришли, информацию. С ним все будет в порядке. Я же не бил его, господи. Патрисон. Итак, теперь к принцу. А, да, к Лоренсу. Наш лучший вариант. И единственный. И не поспоришь. Я вот думаю, Лоренса еще глянуть или все? Сколько там по времени-то будет, я же не знаю. Тру-ля-ля и тра-ля-ля. Да. Это я даже не помню, кто такие. По-моему, из Алисы в стране чудес. Или еще из какой-нибудь фигни. Квартира Роунерса. Рано утром. Я не хочу задерживаться здесь, потому давай разберемся. Разработаем планы, будем следовать им. Ладно, давайте и Лоренса глянем еще. Или нет, давайте не будем слишком увлекаться всем. Или будем, не будем. Нет, но уже прошло много времени. Давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем пока, до следующей серии.